Киевские силовики вновь усилили давление на Донбасс. За минувшие сутки военные не менее 20 раз нарушили режим перемирия. Под ударом северо-восточной окраины Донецка погибли 2 человека. Один из снарядов повредил электрокабель, питающий городскую фильтрационную станцию. В результате жители большинства районов города переведены на минимальный режим водоснабжения. Кроме того, Нацгвардия обстреляла населенный пункт Енакиево и шахтерский поселок Октябрьский. Данные о пострадавших уточняются. А в пригороде Луганска украинские силовики установили блокпост и не пропускают в оккупированный город грузовики с продуктами питания и даже рейсовые автобусы и маршрутки. Мотивируют тем, что продовольствие может попасть к так называемым сепаратистам, а люди едут в Луганск, чтобы потом вступить в ряды ополчения и воевать против украинских солдат. При этом бойцов абсолютно не смущает, что среди пассажиров в основном пожилые люди. Я сомневаюсь, что эти все продукты, товары идут людям, которые нуждаются в этом. Проконтролировать это мы не можем. Вот это вот пресекаем, и мы не пропускаем.